Тюменская область в числе пожароопасных регионов России. Ситуация, да, мониторится круглые сутки. На связи с нами замначальника авиалесохраны Андрей Ярицов. Андрей Маркелович, здравствуйте. Сколько очагов лесных пожаров действует сейчас в России? Где наиболее тяжелая ситуация? Да, в настоящее время в Российской Федерации на контроле 76 лесных пожаров на площади чуть более 2000 гектаров. Наиболее сложная обстановка в Приморском крае, где действует 20 лесных пожаров на площади более 100 гектаров, в Забайкальском крае 15 пожаров на площади более 300 гектаров, и в Амурской области действует 5 пожаров на площади более 1500 гектаров. Мы находимся в Тюменской области и, конечно же, волнуемся за свои территории и за соседей. Какая обстановка рядом с нами? В Тюменской области один пожар на площади 4 гектара. Действующих лесных пожаров не имеется. Также тушат в настоящее время два ландшафтных пожара. Они на незначительной площади. В соседних регионах лесных пожаров тоже нет. Но на территории Омской области, на границе с Тюменской областью, действуют ландшафтные пожары. Были случаи перехода этих пожаров на территории Тюменской области тоже. Ну и на прошлой неделе были переходы также с территории Республики Казахстан на территории Тюменской области. Спасибо. На связи из Хакасии был Андрей Ярицов, заместитель начальника авиалесохраны.